Розыск, задержание особо опасных преступников и освобождение заложников – такие действия отрабатывали сегодня сотрудники полиции в Вологде в ходе учений. По легенде, неизвестные в масках напали на оружейный магазин, забрали с торговой точки огнестрельное оружие и боеприпасы. Часть нападавших скрылась в неизвестном направлении, часть захватили заложников на стадионе «Витязь». Неподалеку от спортивного комплекса полицейские обнаружили брошенный автомобиль условных преступников. Стражи порядка оцепили стадион и вступили в переговоры со злоумышленниками. Граждане, находящиеся в административном здании стадиона «Витязь», прошу выйти на связь. Уполномочен вести с вами переговоры. Уже умереть, блин, тут. Раз, давай сюда и... Сюда. 40 минут назад я запросил сюда вертолет, чтобы губернатор, именно губернатор, прибыл сюда. Этот вертолет мне предоставил, чтобы я увидел его прямо здесь. Ты понимаешь, вертолет с полным баком горючего. Два пилота. Склонить преступников к освобождению заложников полицейским не удалось. Злоумышленникам был предоставлен автомобиль. Как только он отъехал от стадиона, машину перехватили полицейские. Заложники были освобождены, а условные преступники задержаны. Как пояснили в пресс-службе МВД России по Вологодской области, цели учений были достигнуты, а действия сотрудников оценены удовлетворительно.